29 апреля в Кохлоярвском спортивном центре прошел традиционный молодежный чемпионат города по плаванию, в котором также приняли участие молодые спортсмены из Нарвы, Селамя и Ихви. Данный чемпионат является своего рода подготовкой к более крупным уездным соревнованиям. Но здесь весь масштаб и красота многих соревнований разбивается о состоянии нынешних спортивных сооружений. По мнению тренеров, городской бассейн Кохлоярве хоть и является достаточно красочным примером запущения, но в тот же момент не является чем-то экстраординарным. И такая весьма грустная картина встречается достаточно часто в Эстонии. На сегодняшний день не только у нас в Кохлоярве плохие условия развития плавания, но и во всей Эстонии. У нас нет бассейнов для того, чтобы тренироваться. 50-метрового бассейна на сегодняшний день нету. Хорошего 25-метрового бассейна нету. Благодаря, я думаю, нашему городу на сегодняшний день происходит, ну, можно сказать, рождение бассейна 25-метрового с 10 дорожками, какого нету в Прибалтике, и трудно его найти такого. И мы надеемся на то, что с рождением вот этого нового бассейна у нас будет какой-то скачок в нашем городском плавании. Новый бассейн, на который возлагают большие надежды, ждут все – спортсмены, тренеры и родители. Пока что он существует лишь на бумаге, но уже сейчас становится ясно, что плавательный спорт ждут более радужные перспективы, нежели еще 5 лет назад.